Кто получает зарплату в Горсовете и как народные избранники проводят летнее время? В 21 час смотрите программу «Открытая студия плюс политика» с московским политологом Александром Кислицыным. Также в центре внимания нарушение прав горожан на улице Свердлова, 40. Мы задаем вопросы, кто спаивает людей. И почему педофилы могут сказать спасибо Сергею Габриэляну? Нормальный человек сюда не зайдет, одни вот бичвара собираются здесь, и не знаю. Вы бы своего начальника не поддерживали? Обо всем этом смотрите передачу «Открытая студия плюс политика» с московским политологом Александром Кислицыным в 21 час.